Монах и со мной сегодня снова Кода. Угу. Да, ну и короче, я решил вернуться к моему дружбану Михалычу, чтобы с ним... Кстати, у меня выходил стрим по этой игре Метель, она называется. И сегодня я сделаю второй способ побега, где что нас, чтобы достать этот, как его, противогаз маньяка. Это так называется этот предмет. Давайте. Ну, Кода, не слышишь? Сегодня работа немного затянулась. Вот, придется выслушать. Мне пришлось историю. Возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Да блин, мы поняли, что тебя посадили в клетку или что-то типа того. Так, ладно. Что ж. Давайте-ка, ну все по стандарту тут. Бальзамовка, не тебя посадили в клетку. Ты вполне легко выбираешь. Да, кстати, тут книжечка, это уже плюс. Ура! Молоток. И русская озвучка тоже надо. Да. Это русский разработчик просто. Плевать. Текстуры нормальные вроде бы. Мы даже ладно, не нравим. Нам нужно найти второй способ побега, чтобы достать противогаз. Черт! Какого черта? Так, что-то нужно сначала открыть ящик, где-то пинку, изоленту, и залезть в клетку, чтобы он нужно поскорее вернуться. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Закрывай свою клетку, блин. Крольчок. Так, ладно, что-то надо открыть. Скажу, что все нормально вроде бы. Никто ничего не открывал. Потому что если он типа выйти, то он не стоит. Ладно, позитив. И креатив. Ладно, у меня есть пилка по металлу. Можно открыть? Давай, заходи. Так, погоди-ка. Давай, заходи, мой мандячелло. Ну, давай, скажи, что все нормально. Все же без... Ну, вроде все на месте. Вот и хорошо. И я на месте. Вот и хорошо. Прекрасно. Мой юный маньяк. Так, сначала нужно изолентой тут закрепить. Это мало, ты знаешь, где? Код. Стоп. Какой там код? Блин, так. Имя, будет 26 лет. И 2013. 2013 минус 26. Это, блин, я забыл код. Я играл миллион лет назад в эту игру. Я забыл код, как от нее. Ой, господи, сейчас математика. 1983. 2300. 2013 минус 26. 1987. А, точно. Блин, неверно. Ой, приписка пошла. Кошка. Ну да. 1987. Вроде правильно. Запоминайте. Да, вроде правильно. Так, дверь открыть. Отлично. Дверь открыта. Что же нам тут предсказать? Так, дверной засов сначала берем. Но мы его ставить пока не будем, потому что он... Да блин, бери этот дверной засов. Бери этот. Почему ты не хочешь брать дверь? Ну, шкафчику нам убираться не нужно. Так, ну, сейчас берем шпильку от унитаза. Точнее, рычаг. Очень надо. И взять гаечный ключ. Давай. А потом ты берешь шпильку, ты не дашь гаечный ключ на пильник. Зачем ты берешь шпильку от унитаза, господи? Так, сначала нам нужно вот так вот открутить болтик гаечным ключом, и это двинуть эту раковину. Отлично. И теперь самый рисковый момент, где он к нам придет. Нет. Какого черта? Блин, надо быстро сейчас питание отключить. Так, давай. Дуй. Так, войти, дверь закрыть. Отключить и бежим вход. Изи! Мужчина, детей как-то уже... Его интересует мужчина? Потому что... Оу, мистер Крэй. Так, ладно. Так, погоди-ка. Мы не видим, как мы позируем лицом? Ну, вроде все на месте. Жопу камеру. Ой, сорян. Ладно. Не вкупим. Продолжим. Так, сейчас снова включим эту системник. Войти, дверь открыть. Отлично. Ух, дверь так быстро открывается. Короче, я обожал эту игру. Давай. Сейчас. Так, часть терки А. И сливаем, получаем отвертку. Тут мы отпинчиваем болтики. Продвигаем. Берем лом. Гвоздодер. Так, еще одну дверку. Берем сначала кирку. Ставим сюда. Берем календарь.
заканчиваем эти штуки. Включаем кирку и ставим обратно календарь, чтобы ничего не заметили. Дверной засов мы будем в последний момент делать. Ладно, поехали. Вот тут разбиваем. Давай, разбивай. Разбивай. Нужно ближе пойти, да? Чтобы меньше времени осталось. Разбивай. Молодец. Черт. Какого черта? Да, ну это ж не держи, блядь. Да блин. Если наш персонаж. Не знаю, потому что тут управление. А ты смотри, он не хочет тебя проверить чисто. Если даже эта моя клетка не заперта, чисто чисто. Ну ты бы здесь, ну ладно, дальше здесь спокойно, ладно. Прекрасная защита и сохранение. Ладно. Ну-ка сейчас он нам положит секретный рычаг. Ну или даже валит настолько. Так, погоди-ка. Вроде все на месте. Важный персона. У него, наверное, крест Арго от Леомакса есть, вот он такой важный. Стрелец, типа у него в очке, что он там лежало? Так, у меня специальный этот. Сначала давай двойки, дверь открыть. Лифт включить. Нет питания. Питание врубаем. Вот теперь лифт включить. Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, быстрее. Музяку пошли. Переиграли, и как бы я уже взял, как бы нам не нужно было это заново пересматривать. Ладно, вот я взял отмычку, надеюсь, это сработает. Ну-ка, проверим. О, сработало. О, вы нашли садистский противогаз садиста. Свобода! Ой, лесок! Ой, березки, ой, березки! Ой, душа русская! Ой, прекрасно! Ну сразу видно. Русский разработчик. А чё нельзя пройти? Ой, палка, я ж сквозь тебя прохожу. Ура! Птичка! Ой, собачка. Пёся! Ой, господи, это же такое. Пёся. Как тебя зовут? Какой красивый пёсик. Пёсик кровавленный. Ну ладно, тебя, видимо, этот маньяк жрал. Скорее всего, у вас дай им палку. Интересно. Ты может, по кругу, ты понимаешь, да? Может, я пойду туда? Ладно, пойду до конца карты, может, там что будет.
О, палка, пойду в тебя. Вот, я призрак. Вот почему. Вот почему он заходит за мной. Все, это типа конец карты? Ну, спасибо, создатель. Я пойти туда не могу. Ладно, придется так вот искать выход. Стоп. Это призрак палки. Это не ты призрак, это призрак палки. Здравствуйте. Алёш, приехал?